Добрый вечер, в эфире новости, в студии Анна Москаленко. Смотрите сегодня в выпуске. Оркестр Росгвардии строил концерты для детей войны и тружеников тыла поселка Центральный. Музыканты исполнили всеми любимые военные песни. Я даже не ожидала, что такое внимание может быть. Хорошо, конечно, ребята молодцы. Все красиво. Молодцы. Сегодня по улицам Барнаула проехал трамвай Победы. В акции приняли участие школьники и педагоги из 6 школ города, а также все желающие. Это наш национальный праздник. Нужно хранить эту историю и передавать дальше, чтобы молодежь, она это знала, она это видела. Больше 5000 писем от президента России получат жители края в канун 9 мая. В них поздравительная открытка. Благодарность за победу. 2 года мы были в оккупации, в самом страшном месте. Орловско-Курская дуга, всем она известна. Больше 5000 писем от президента России получат жители Алтайского края в канун 9 мая. В них поздравительная открытка «Благодарность за победу». Ветераны Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда, труженики тыла получат письма лично в руки. Подробности в материале Анастасии Меньшаковой. Сегодня почтальону Наталье Шерман предстоит пройти 20 километров, чтобы разнести все письма и газеты жителям родного поселка Прудского в Павловском районе. Но вначале нужно доставить самое важное послание. Несу благодарственное письмо от президента России труженице тыла Бардачевой Валентине Максимовне. Валентина Максимовна Бардачева – труженица тыла и вдова участника Великой Отечественной войны. В этом году ей исполнится 97 лет. Это поздравительное письмо от президента не первое для Валентины. Но каждая, признается, ждет с трепетом. Уважаемая Валентина Максимовна, от души поздравляю вас с 78-й годовщиной Великой Победы. Я не могу читать без слез этой девочки. Этот праздник навечно вписан в историю страны. Ужасы Великой Отечественной войны навсегда остались в памяти Валентины Максимовны. Труженица тыла родилась в 1926 году в небольшой деревне в Орловской области, 400 километров от Москвы. Ее семью раскулачили, жили бедно. Валентина едва закончила 6 класс, когда началась война. 2 года мы были в оккупации в самом страшном месте. Орловско-Курская дуга, всем она известна. Немец когда ушел... От нас прогнали его, конечно, битвы были, очень большие бои были. То нас сразу, как мне 16 лет только было, нас мобилизовали сразу на восстановление железных дорог. В мае 1947 года Валентина Максимовна познакомилась со своим будущим мужем Николаем Кузьмичем, ветераном Великой Отечественной войны. А уже в июле сыграли свадьбу. Один за другим на свет появились 4 детей. В 1954 году, в самом начале освоения целинных земель, семья приехала в Алтайский край. Валентина работала дояркой, Николай – бригадиром в местном совхозе. Как сюда приехали, мы стали людьми, наелись вдоволь хлеба, земли сколько хочешь. Мы люди простые крестьяне, работящие, до самого последнего момента работали. Почта России доставит жителям края 5339 писем с поздравлениями от Владимира Путина. 500 000 по всей стране. Ветераны Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда и труженики тыла получат письма лично в руки до 9 мая, Дня Победы. Анастасия Меньшакова, Анатолий Фукс. Новости. Губернатор Виктор Томенко встретился с алтайскими дорожниками. Объемы работ по ремонту и строительству большие. Краю нужны свои асфальтобетонные заводы, отметил глава региона. О достижениях в дорожной отрасли и масштабных планах на будущее в следующем материале. 3300 километров автодорог региона привели в порядок за последние 5 лет. Только в прошлом году стратегическая отрасль получила 23 миллиарда рублей из бюджета всех уровней. В Алтайском крае происходит дорожная революция, заявил губернатор Виктор Томенко во время визита в Новоалтайск, где работает современный асфальтобетонный завод. Объемы работ под эту пятилетку прошедшую держим большие. По 800 километров практически ежегодно делаем дорог. Конечно, нам свои заводы нужны. Мы думали про это, и таких вот уже 5 у нас закуплено в наши ГУПы.
Ну и они работают на весь край. 5 асфальтобетонных установок приобрели и установили в Алтайском крае с 2017 года. Смесь их производства используют при обновлении дорожного полотна по всему региону. Современные заводы работают в Хабарском, Колундинском, Петропавловском районе, Рубцовске и Новоалтайске. Техпроцесс остался тот же самый, независимо от того, какой завод. Только намного все стало легче, проще, как бы автоматика. Легче стало и при самой укладке асфальта. 250 единиц спецтехники закупили в прошлом году на 2 миллиарда рублей из краевого бюджета. Ее получили муниципалитеты и краевые дорожно-строительные управления. Виктор Томенко осмотрел автопарк новоалтайского предприятия. Техника, знаю, есть. Значит, силы есть. Силы есть. Так, финансирование обеспечили, значит, и зарплата будет. Ну, погода вроде бы хорошая установилась. Налаживается. Я вам хочу пожелать только удачи. Обсудили и недавний разговор с президентом России Владимиром Путиным. Губернатор попросил главу страны помочь с ремонтом трассы А-321 на Казахстан, включить ее в федеральную адресную инвестпрограмму. Губернатор напомнил дорожникам, важно выполнять все работы в срок. Это увеличивает шансы на получение федеральной поддержки. В прошлом году ее получили, и в этом, я думаю, будут у нас шансы еще немножко усилить свои возможности. Так что, ну, все дело, так сказать, за теми, кто своими руками это все делает. Отмечу, в 2022 году в Алтайском крае начали активно применять новый финансовый инструмент – инфраструктурный бюджетный кредит. Благодаря этому началось строительство новой двухуровневой развязки на Змеиногорском тракте, реконструкция путепровода на новом рынке в Барнауле и автодороги Алтайская Ая-Бирюзовая Катунь. Анастасия Меньшакова, Сергей Седых. Новости. Парад идет к ветеранам. Всероссийское движение, участие в котором принимает и Алтайский край. Сегодня оркестр Росгвардии устроил концерты для детей войны и тружеников тыла поселка Центральный. К сожалению, не все ветераны сегодня могут присутствовать на главном параде в День Победы. Не позволяет состояние здоровья. Но праздник обязательно должен прийти в их дом. И росгвардейцы организуют его уже 4-й год. Мы понимаем, что у нас ветеранов осталось очень мало, тем более они в таком состоянии возрастном. И планируем концертную программу, специально выезжаем адресно, готовим тематическую небольшую, ну, так, чтобы были песни тех военных лет, песни их молодости, чтобы они, ну, как почувствовали, что и про них не забывают, помним о них. И для нас это честь выступить для наших ветеранов Великой Отечественной и тружеников тыла. Музыканты оркестра исполнили всеми любимые военные песни. «Смуглянка», «Нам нужна одна победа», «Ты ждешь Лизавета» и, конечно, «День Победы». Труженики тыла и дети войны не скупились на благодарности. Не ожидала, что такое внимание может быть. Хорошо, конечно, ребята молодцы. Все красиво. Молодцы, столько собрали. Очень, очень. Спасибо всем, кто организовывал, кто это все делал. Всем спасибо. Можете почаще, не против вы были. Можно все лето, через месяц хотя бы, через два. Ну, можем, когда всегда встречать вас. И всем спасибо, спасибо, спасибо. Под эту музыку Юрий Григорьевич и Любовь Васильевна Новоселова вспоминают молодость. Оба из многодетных семей. Оба пережили смерть близких и голод. Супруги познакомились в 1957 году и с тех пор не расставались. Мы с соседями были близкими. Через стенку. Ну, такая красивая была девочка, что... Живем уже 40 с лишним лет. 40, 60. 60! Нет, тут мы живем уже 40 лет, а так 66 живем. Я хороший. Алтайский край ежегодно принимает участие в акции «Парад идет к ветерану». Сегодня концерт снова стал праздником для всей улицы. Юлия Шаламова, Анатолий Фукс, новости. Сегодня по улицам Барнаула проехал трамвай Победы. В акции приняли участие школьники и педагоги из 6 школ города, а также все желающие. Они оделись в военную форму, чтобы передать атмосферу радости от встречи с родными после долгой войны. Счастливо!
счастливый май, любимый край, своих солдат встречай скорее. От ран обид земля дрожит теплом души, ее согреем. Возвращение с войны, трогательная встреча с родными. Так встречали солдат с победой в 1945-м. Барнаульцы чтут память героев и каждый год в преддверии 9 мая участвуют в проекте «Трамвай Победы». Солдатская форма, звуки гармонии, здесь все как в далеком 45-м. В трамвае номер один едут домой с победой педагоги, школьники и студенты. Среди них в образе офицера Красной Армии Владимир, студент Алтайского государственного педагогического университета. Он участвует в этой акции с самого первого года существования «Трамвая Победы». Как рассказывает сам, проект важен, чтобы поддержать патриотический дух молодежи. Это наш национальный праздник. Нужно хранить эту историю и передавать дальше, чтобы молодежь, она это знала, она это видела и могла почувствовать вот эту вот радость, что люди возвращаются с фронта, с победой. Трамвай прошел от Старого базара до Нового рынка. На конечных остановках героя встретило так называемое мирное население – родители, школьники, учителя. Праздничное настроение передалось и пассажирам, которые не подозревали, что обычный трамвай перенесет их в прошлое. Как ваше впечатление? Отлично! Молодцы, что организовали такой трамвай. Это же очень классно. Очень хорошо, очень правильно. И я думаю, что все будут довольны. Родители наши не зря воевали, внуки, правнуки их не помнят об этом. Это очень замечательно. Идея организовать проект «Трамвай Победы» возникла в школе номер 53 в 2019 году. Заместитель директора по воспитательной работе Юлия Ушкевич взяла дело в свои руки и договорилась проводить акцию раз в год перед 9 мая, чтобы школьники могли почувствовать себя как в роли героев, так и в роли тех, кто ждет их возвращения с фронта. Вот именно эти эмоции, когда пропускают через себя ребята, они совершенно по-другому воспринимают и те тяготы войны, и ту сущность, важность главной победы нашей Родины. Трамвай Победы колесил по маршруту более 3 часов. В это время музыканты играли всеми любимые песни, а участники и пассажиры с удовольствием подпевали и даже пускались в пляс. Организаторы акции в очередной раз напомнили барнаульцам о героических временах Великой Отечественной и о тех, кто ценой своей жизни приближал миг Великой Победы. Таисия Чемисова, Сергей Балуев, новости. Личные истории из детства 12 актрис Алтайского театра драмы легли в основу спектакля «Мамино платье». Подготовка к премьере длится почти год. Наша съемочная группа побывала на одной из финальных репетиций. Запах блинчиков, испеченных бабушкой ранним утром, и стрекотание сверчков в тихую летнюю ночь. Эти мелочи и создают в нашей памяти образ детства и родного дома. Такие истории легли в основу нового спектакля Алтайского театра драмы «Мамино платье». Это постановка в непривычном для алтайской публики жанре – сторителлинг. Сторителлинг – это такой жанр театральный уже, который пришел не из театра, а из психологии, из там, маркетинга даже. Вот. Но он предполагает рассказывание историй. И вот в нашей постановке актрисы делятся своими личными историями с жизни, с детства. Собрать истории воедино помог драматург Алексей Житковский. Он провел интервью с каждой из актрис. Задал разные вопросы, чтобы вытянуть наружу самое сокровенное. Вопросов было много. Это был, что больше всего запомнилось вам из детства? Самое радостное воспоминание, либо самое грустное воспоминание? Чего вы боялись очень в детстве? Режиссер спектакля призывает зрителей соотнести себя со своими близкими. Понять, что каждый человек – это уже уникальная история. У меня история не про платье, а про Коми Пермяков. Это такая национальность, неизвестная, может, здесь, в Барнауле. Это Пермский край. И вот у нас есть такая национальность, народ, который говорит на своем языке, поет свои песни. И через вот призму этого народа я пытаюсь понять, что во мне есть такого. Это же как-то складывает мое мироощущение, мировоззрение. Татьяна Тимофеева называет своих артисток очень смелыми. Возможно, впервые за свою карьеру им не нужно примерять на себя чужую роль. Наоборот, необходимо предстать перед зрителями самой собой. А это дается не всем. Результат такой работы барнаульцы смогут оценить уже на следующей неделе. Возрастные ограничения спектакля 12+.
Юлия Шламова, Анатолий Фукс. Новости. Спасибо, что были с нами. Хорошего вечера.